эфирные масла. Что это? Откуда они берутся? Как их использовать? Эфирные масла окружают нас повсюду. Это дары природы, способные изменить ваш образ мыслей, ваши чувства и вашу жизнь. Миллионы людей используют эфирные масла каждый день. Сегодня люди во всем мире пользуются силой этих даров Земли. Природа дала нам все необходимое для заботы о нашем самочувствии. Есть долгая история и удивительные технологии исследования, создания и использования эфирных масел. И вы тоже можете узнать об этом. С сегодняшнего дня вы начнете раскрывать тайны и силу эфирных масел для себя и других людей. Потому что дары природы предназначены для всех. И их истинная сила проявляется в полной мере, когда вы разделяете масла с другими. Вот почему doTERRA создала этот курс. Это больше, чем просто общий обзор. Это глубокое погружение в науку, историю и безопасное использование масел. Вам откроются секреты, которые знают не все. Как растение на самом деле превращается в масло. Какое исследование может подтвердить чистоту масла? Этот курс не даст вам докторскую степень по химии, но придаст уверенности в беседах об эфирных маслах. Вы поймете научную основу того, как работают масла и как их использовать. Вооружившись глубокими знаниями об эфирных маслах, вы можете стать частью чего-то большего, частью движения, которое делает мир лучше каждый день. Вы можете внести в него свой вклад. Вы нужны другим. И сейчас самое время начать. Начните путешествие к новым знаниям. Вместе мы откроем секреты Вселенной эфирных масел, которая дает вам все, что нужно, чтобы осознанно использовать дары Земли и научить других поступать так же. Добро пожаловать на курс сертифицированных специалистов по эфирным маслам doTERRA. Ваше путешествие начинается сейчас.